Всем привет! Вчера купил вот такой булыжный перфоратор за 2000 Bosch. Сегодня будем его чинить. Тут была не исправность сразу, с которой продавали. Это бур не держит. Почему не держит? Потому что в нем нету насечек. Вот они. Сейчас попробую сфокусироваться. Вот. Еле насечка. И вот вторая сбоку, где шарик. Чуть выше. Вот так вот видно хорошо, что этих пазиков нету, в которые вставляется бур. То есть, вот сам бур. Сюда вставляется шарик. А вот в эти пазики, вот в эти два, которые идут в стволе, должны быть. Но так как они стерлись, сейчас будем снимать патрон и искать, где продают такой патрон. Я смотрел уже в интернете, примерно, даже можно с Китая заказать, можно заказать с других сайтов известных, называть не буду. Там они стоят, ну даже в Китае рублей 500, если где-то с России, то 700 рублей сам патрон. Сейчас будем разбирать, заодно разберем, посмотрим щетки. Перфоратор как бы 2020 года. Ну вот так вот уже слезало. Так, что нам понадобится? Отвертка плоская, не знаю, такая прибиться нет. И для снятия стопорных колец плоскогубцы. Так, приступаем. Камеру поставил, чтобы видно было. Так, берем плоскую отвертку и вынимаем вот этот конечник, пыльник ли. Так вот, сняли его. Не знаю, может потом посмотрю в комплекте, можно заменить или нет. Так, дальше снимаем стопорное кольцо. Так, тут уже проблема. Надо что-то потоньше. Так. Сняли. Так, колечко. Дальше непонятно как. А дальше вот еще одно стопорное кольцо. Так, 2 секунды заснял. Снял, вернее. Поставил его вертикально и зацепил. Дальше снимаем этот. И здесь, конечно, подразбитое. Дальше снимаем. Дальше идет вот такая ерунда. Нажимаем на шарик, снимаем. Дальше. Такой износ от шарика. Так, теперь сам ствол как-то надо снять. Как его снимают? Сейчас будем разбираться. Ну, пока все снял. Получается, вставляем. И вот он. Люфтом, потому что одна направляющая есть, снизу ее нету.
Будем разбирать дальше, либо можно использовать так. Но лучше, конечно, поменять, чтобы все работало четко. Сейчас покажу, из-за какой проблемы бур не вставляется. Так. Смотрим. Если мы вот так и делаем, нажимаем, бур не вставляется. Вот как не выпихай, из-за шарика он не вставляется. А почему он из-за шарика не вставляется, сейчас покажу. Снимаем. Шарик убираем. Он еще даже магнитится. И отвертка магнитится. И смотрим. Так, где тут? У меня отвертка была, чтобы показать. Вот, из этой. Вот из-за этой выработки шарик сюда упирается и не может соскочить куда-то в бок. Короче, он здесь застревает. Именно из-за этой вот фигни шарик не может куда-то ни вверх, ни вниз пойти. Он застрял здесь и все. То есть, и получается, как бы, если он застрял в крайнем положении. Так, получается, вот так вот. Вот он застрял в крайнем положении, и он уже не может бур его сдвинуть. Получается, вот так вот. Все, он застрял. Даже если мы его сдвигаем из-за вот этой штучки, он не дает ему зайти. Вот так вот оно должно быть. Мы отпускаем. И все, и она уперлась в эту деформацию, вот так вот, и дальше ей бы в какую-нибудь другую сторону бы сдвинуться, но она не может уже. Можно попробовать, конечно, такую проще заказать, вещи не мудохаться, но можно попробовать напильником сделать. Либо, как вариант, если у вас такое произошло. Так, вставляем. Вот так вот у вас произошло. И шарик у вас сверху. Вам нужно перевернуть перфоратор шариком вниз. Надавить. Его туда поддеть. Так. Вот так. Вот. И все, и бур вставился. И вот он. Не дает ему выйти. Но так как это нету направляющих, вот он люфтит. А так за 2000 перфоратор рабочий, единственное, вот эта штука сломалась. Все, пока перфоратор разбирается, сразу посмотрим щетки. Так, разбирается у меня вот такой головкой Т15. Тут идет под вот такие звездочки. Тут почему-то на видео как будто под плоскую отвертку, но потом покажу. Так. Потом снизу снимаем две. Одна здесь, вот эти два здесь. Снимаем. Так, тут уже видим, ремонтировалось походу. Дальше смотрим. Так, щетки еще есть, вот они. Смотрим сюда, вот.
Вот эта проволочка и вот щетка идет сюда. То есть вот такое расстояние еще есть у нас. И здесь то же самое. Вот оно. Отсюда идет до туда. То есть тут без проблем все. Реверс переключается переключением щеток. Так, вроде. Все, единственное, вот с кнопкой какая-то беда была. Ну, это ерунда за 2000. В общем, дальше нет смысла лазить. Единственное, еще можно было бы, конечно, проверить смазку, но у меня и смазки-то нету. Тут пью там. Так, тут что такое? Тут просто затерто. Думал, оголенный провод. Пока даже не знаю, есть смысл заказывать, нет. Под этот патрон брал-то я вообще тут перфоратор для гаража. Какие-нибудь дырки, полки, сверлишко. Не накладно было. А тут, в принципе, можно приноровиться даже с таким бором, единственное, он не отщелкивается при работе. Так, сверху. В общем, разбирается все просто, никаких проблем. Ничего глобального нет, единственное, надо отвертки с насадками, чтобы подходили. Дальше закручивать уже не буду показывать. Сейчас закручу, ставлю буру и решил разобрать дальше. Открутить ЧВМ 4 болта с той стороны, такие же вот. Но уже головка у меня другая идет, Т-25. Дальше. Дальше мы, по-моему, вроде как бы вот так вот. Помню, в какую сторону должны. Вроде нарежем сюда. Потом нажимаем. Вот, и достаем. Вот, достали. Дальше снимаем. Ой, ё-моё, бля. А что-то тут и смазки-то нету. Значит, надо установить смазку. Вернее, налить. Дальше. Дальше вот так вот, скорее всего, тут и снимается этот патрон. Вот он. Ствол. Так, вот тут что за прикол? Нет, я думал, что это сломано. Оказывается, тут такие вот штучки. Ладно, хоть залез. Оказывается, смазки нету. Будем все промывать и смазывать смазкой другой. Так, вот это как снимается, интересно. Так, ну тут стопорное кольцо снимается. И, скорее всего, потом все это, сам ствол разбирается. То есть ничего сложного.